Власти Удмуртии пообещали помочь родственникам погибшего в авиакатастрофе жителей республики. Напомним, крушение произошло в Красноярском крае в субботу. Погибли 15 пассажиров судна и 3 члена экипажа. Хоккейный клуб «Ишталь» начал предсезонный тренировочный сбор. Основу коллектива сейчас составляют воспитанники местной школы. 6 спортсменов командируют в Ижевск и Северстали. В Сарапуле иностранцы склоняли местных жительниц к браку за деньги ради гражданства. Две девушки согласились на такое предложение. Прокурор попросил признать эти союзы недействительными. В Удмуртии погиб водитель, перевернувшегося на трассе «Шевроле». Двое его пассажиров, в том числе 2-летняя девочка, получили травмы и попали в больницу. Авария произошла в Юкаминском районе. Начавшаяся рабочая неделя в Удмуртии будет дождливой. Кроме того, со среды в республике похолодает. Столбики термометров не будут подниматься выше плюс 20 градусов по Цельсию.